Добрый всем день. Виноград дан человеку природой, чтобы есть, лечиться и веселиться. А у нас случилась такая проблема. Вот за несколько дней мой виноград покрылся вот таким заболеванием. Буквально 3-4 дня назад листья все были изумрудные, здоровые и красивые. И сейчас мы окажем ему срочную помощь для того, чтобы сохранить урожай и осенью порадоваться такой прекрасной ягоды. Вот такой препарат у меня есть. Он называется сера. 100 грамм используется на 10 литров воды. Виноград обрабатывается в конце мая, в начале июня. Еще раз покажу заболевание, которое поразило мои кусты. И сейчас мы быстро будем оказывать скорую помощь для того, чтобы сохранить ягоды и получить хорошие урожаи. Вот такие, видите, идут уплотнения бурого цвета, а с этой стороны такой мелкий клещик получается. Все, делаем раствор. Мое средство готово. Я разбавила серу на 2 литра воды. Я взяла 1/5 часть пакетика, то есть 20 грамм. И добавляю свое секретное средство, называется прилипач, для того, чтобы хорошо держалось. Буквально столовую ложку моющего средства для посуды, для того, чтобы не скатывалось раствор, а прилипал к обратной стороне листвы. И приступаем к опрыскиванию. Опрыскивать нужно в безветренную погоду. Но, как всегда по закону, когда начинаем опрыскивать, появляется легкий ветерок. Поэтому становимся так, чтобы ветер не попадал нам в лицо. Или вот прекращаем опрыскивание и ждем тихой погоды.